Доброе утро! А репа для венесуэльца – то же, что и бутерброд для белоруса. Главное – основа, а остальное – полет вашей фантазии. И сегодня мы приготовим кукурузную лепешку с сыром и курицей. Для приготовления нам понадобится кукурузная мука, вода, зелень, куриная грудка, соль, сыр, консервированная кукуруза, майонез и лайм. 2 стакана муки высыпаем в глубокую посуду. Добавляем соль и чистую воду. Тесто замешиваем руками, пока не получится мягкий шар без комочков муки. Даем постоять пару минут, чтобы мука набухла. Скатываем из теста крупные шарики. Формируем из каждого лепешку толщиной около сантиметра и диаметром не более 10 сантиметров. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лепешки до золотисто-коричневого цвета по 4-5 минут с каждой стороны. Перекладываем готовые арепа на застеленную бумажным полотенцем тарелку и оставляем остывать. Готовим начинку. Предварительно замаринованное в любимых вами специях куриное филе рубим на кусочки, но не очень мелкие. Обжариваем филе на сковороде до готовности. Снимаем с огня. Сыр натираем на крупной терке. Зелень измельчаем. С помощью вилки выжимаем сок из половины лайма. Добавляем сыр и зелень курицы. Туда же кладем немного майонеза, консервированную кукурузу и сок лайма. Все перемешиваем. Тонким ножом разрезаем каждую лепешку по горизонтали до половины, чтобы получился карман, похожий на питу. Заполняем конвертики начинкой. Аппетитные, вкусные лепешки с начинкой из курицы и сыра подаем к столу в теплом виде. Курица, зелень и пикантный белый сыр – это лишь один вариант любимых начинок для завтрака. Чтобы разнообразить свои блюда, попробуйте добавить фасоль, салат или мясное ассорти. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!